полная картина происшествия будет установлена в ходе работы следственно-оперативной группы. Но предварительно можно сказать, что в районе 11 часов за нарушение правил дорожного движения инспектором нашего 3-го батальона была остановлена автомашина «Lexus» под управлением жительницы Москвы. Значит, и в процессе составления административного материала произошел наезд на инспектора. Он получил телесные повреждения. Значит, автомашина с места происшествия уехала, пока назовем это так. Значит, и в некотором удалении от Серпуховской площади была задержана. Значит, инспектор доставлен в первую городскую больницу, сейчас проходится его обследование. Значит, каких-то серьезных травм, угрожающих жизни, он не получил.